Сибиряки очень приятные люди. Покладистые, нежадные. Вот европейцы, да, они такие все какие-то скукошенные. Такое ощущение, что у них все время мороз, даже когда жарко. А сибиряки нет. У них вот как раз рубашка открыта. Там можно посмотреть сердце и легкие. Приезжаем из каких-то, из Барнаула, из Кемерово, из Томска. И когда въезжаешь на Красный проспект с площади Калинина, и думаешь, боже мой, вот это широта, вот это чистота. Дышать есть чем, правда. Новосибирск, он такой интересный город. Здесь же все сибиряки собраны. Я очень часто могу отличить томичей, кемеровчан, там, барнаульцев. У них даже немножко по-другому акцент, какие-то слова. Но когда все эти люди собрались здесь вместе, то это очень серьезный симбиоз получился. Вот для них приятно работать, потому что здесь все слои. Очень хорошая почва для хорошей рассады. То есть если вы знаете, как понимаете, что вы хотите сделать, то в нашем сибирском регионе лучше города для этого не придумаешь. Он растет, он развивается, в нем рождаются понимающие люди во всех смыслах. И рождаются как дети малые, так и те люди, которые подрастают во всех стадиях. То есть 30-летние становятся там 40-летними, 40-летние, 50-летние. И они рождаются в новых людей, которым нужно развитие. И все к этому стремятся. И город развивается очень серьезными темпами. И это видно. Люди стали ходить в рестораны. Вы же понимаете, что это такое? Это уже совершенно другой этап жизни человека. Разве это можно было представить 20 лет назад, скажем, 25? Нет. Все ели дома, все куда-то там выезжали на дачи. Не более того, ресторан был табу. Сегодня это очень доступная категория. Где романтика? Где абордажные крючки? Я не метался, разные профессии не искал. Когда-то построил ресторанчик один, а потом... Мне это показалось очень интересным, и я начал этим заниматься. Занимаюсь я этим делом уже 24 года. Надо уважать друг друга. Идти на компромисс. Любить друг друга. Вообще самое главное правило – любите друг друга. Любите свой город, любите свою работу, любите свою семью. И все получится.